Александр, с победой. С победой. Сейчас Кокорин придет, у нас Кокорин отвечает за напитки. Дождитесь Саню, король вечеринок. И Мамай обещал подтянуться. Там это нам будет пить! А шить мы там будем пить! Сейчас Мамай подъедет, ее говорит. Я же знаю. Юр, верни кубок, пожалуйста. Юр, верни кубок, пожалуйста. Больше проблем, вот это но. Но, сейчас не надо. Здорово, сегодня была сумасшедшая поездка. Я думаю, и благодаря фанатам тоже мы сегодня победили. Они поддерживали нас на протяжении всей игры, не переставая. Это добавляло сил, потому что ребята в конце устали. Было на самом деле тяжело после сборов. Первый официальный матч. Ну, здорово, что мы победили. Футболка в награду пошла, да? Ну, естественно, благодарность. Не награду, а благодарность. Вообще, «Зенит» физически получится, чем ЦСКА выглядел? Хоть ну, мы смотрели со стороны. Но я думаю, что все подустали. И ЦСКА в конце свалился на штурм, на навал. Но это естественно. Обороняться всегда тяжелее. И это занимает больше сил и эмоций. Но мы выдержали, значит, физически готовы прошли. Мир Челчевский все три замены сделал в линию атаки. Да, такого вообще трудно припомнить, когда... Вы видели со стороны, я думаю, мы все делали правильно, как замены. Может быть, мы в чем-то не усилили игру, но точно не ослабили. Вы больше года не играли в официальных матчах за «Зенит». Было ли все-таки какое-то волнение перед выходом на замену? Или нет? Естественно, я волновался. Меня переполняли эмоции, только я... Начался матч, поэтому, ну, что скрывать. Я думаю, что это заключительный матч, где у меня будут такие сильные волнения. Потому что даже несмотря на возраст, это действительно волнительно, волнение приятное. А если бы забили тот ножницами, совсем было бы здорово? Было бы немного получше, чем сейчас.